Так, ну, всем добрый вечер. Сегодня 4 апреля, вот чуть-чуть вроде кто-то их напугал, но я еще решил сам поднять, потому что пара штук полетела. Вот он мой придурок забивной куда-то падает. Так, эти вон хлопают. Вот они. Все. И молодежь, и все потихоньку полетели. Чуть-чуть повыше здесь, куча пониже, а мраморный куда-то упал, забился к соседям в огород. А его там кошки не сожрали, это уже второй мраморный. Один забивался, оторвался и покрылся и ушел. Этот сейчас упал. Вот черная тоже вот, вся крылья аж. О, мой маленький пескуненок. О, уже с крыши на антенну умеет. Так вот, вчера целый день без меня были, но вчера весь день дождь у нас поливал. Вот. Как-то так. Вот одни, вон там приближу, вон там они мотаются, поднялись. В принципе, очень много голубей в разнобой. Одни так летают. Не вижу, я снимаю, нет. В экране ничего толком не видно. Ну, как бы все небо там в голубях. Много в разброс летает. Вот некоторые опускаются, а кое-кто вон там стая. Не вижу. Кучка полетела. Оборвались. Вот здесь одна стая летает. В разброс еще голуби летают. И вон там наверху уже под облака почти понеслись. Не вижу я, как камера снимает, но на них направляю. Вон там они. Так, тут кто-то. Вот эти вот, кто по одному повыпадал, тоже падают. Вот там. О, мой молодой чиль. Уже на хвост. Вот они, голубь за голубкой, мотаются, прыгают. Так, там вот пара беленьких пескунят, по-моему, тоже сверху. Вот здесь и мотаются. Так, ну остальные вот сейчас вот так приближу на всю. Вон они куда, под облаками мотаются, штук 8, может больше.
те оборвались. Там еще помимо стайки еще летают в разброс. Эти пока здесь вот голуби что-то там вот с крыши начали срываться. В общем, сегодня что-то с ними случилось, они все полетели. Ну не все, но несколько штук, в принципе, можно считать, что пошли в точку, ушли. Вот она моя эта зараза забивная. Куда сейчас завалится? Вот так, бах. Вот. Да, надо ей что-то с хвостом сделать. О, белястый. Не знаю, голубка. Потянул. Вроде бы. Так. Вот он голубь с красным хвостом. Где-то он, негодяй, по-моему, завалился. Он, походу, начал тарахтеть. Тут еще один белый, да, вот этот вот белый новый сейчас упадет вон на соседскую крышу. Так, сверху там чиль один, вон он как дикарь идет. Ну этот белый оторвался с красным хвостом, он, в принципе, летал. Так, ну а тех я, в принципе, и не вижу. Где они там? Сейчас, секунду, я поставлю тогда на паузу. Как бы спрятаться негде, солнце светит. Ну, белый и дикий какой-то мотается, да, не знаю, это мой, не мой. Так, ну а те сейчас вот приближу, если, в общем, наверное, камера не возьмет, они все летают в разброс. Вон там, прям под облаками мотаются. Вот один мой чиль опустился. Так, этот белый все на сторону его тянет. Вон он, как уродец играет, походу. Так, ну остальные вот они. В общем, стая вся развалилась, а я не знаю, может быть, там что-то и было. Ну, там мотаются. Так, вот один мраморный падает резко. Да, голуби там разлетелись, а все в разнобой летают. Там два, там вон еще четыре. Один вот он резко вниз падает. Этот тоже никак белый не сядет. Так, вот он какой-то мраморный. Один с космоса прилетел. Так, это какой-то, это молодой, до сих пор мотается. Так, вот он мраморный. Какой-то серый мраморный опустился с космоса. Вот он идет. Так, ну его не буду снимать. Ну а остальные вот там от черный вроде бы спускаются. Белым там орлы еще летают. Вон они, голуби над орлами. Где-то там в разброс мотаются. Вот там вижу только черного. В общем, не знаю, штук 9-12 ушли в точку, покрылись. Там вон орел что-то вытворяет. Не знаю, не будет видно, наверное. В общем,
О, моя куция. Видимо, ее согнал тоже. Так, вот еще один чиль опускается мой. Вот он потянул. Вот так. Не могу его поймать. Вот он. Вот он играет. Это, по-моему, мой выводной. Вот он вот стоит. Вот так, если слышно, вроде бы играет. Да, поднялись они хором, дружно, а вот опускаются по одному, вываливаются оттуда, с космоса. Вон пара каких-то белых. Вот он, голубь, играет. И этот белый с красным хвостом, то вроде бы по ходу начинает, то вроде нормально. Вот он вроде бы и тянет чуть-чуть, вот подтяжка у него есть. Да, там что-то резко те стали падать сверху. Вот он. Тограны. Плохо вроде бы. Вот оно. Так. Ух, его аж занесло. Вот оно. Вот так. Да, это мой выводной голубь. Белый так и оторвался и не садится, с красным мазанным хвостом. Разошелся, полетел в лед. Так, вон там летают. Один черный, один, по-моему, рыжемраморный. Сверху еще два штуки вот падают. Ну и там вон еще белый, вон он отдельно один. В общем, все разлетелись, кто куда, даже не знаю. Там наверху еще белый остался, мотается там, вон он. Чисто белая точка от него, а черный уже приопустился. В общем, может, кто-то там их и разогнал. Потому что уходили все кучей, не знаю, штук 10-12 в любом случае ушли в точку, а вот стали падать по одному вниз. Вот они, тут черный и рыжий мраморный, по-моему, падают. Других не вижу, были где-то еще. Голуби, вот он, черный. Так, там вон что-то, они пикируют. Так, это моя рябая голубка, вон, с испуга несется вниз. А нет, это подперенный голубь, дикорябый. Вон оно, вот оно начал играть. Вот так. Да. Ну как бы немного полетали. Правда. Не очень хорошо. Одни быстро завалились, а одни быстро улетели в космос. И теперь возвращаются по одному.
по два. Там вон, вот так приближу, вон они, вон там где-то еще летают. Направляю на них, вот там один, и там еще вон два штуки, два летают еще в точке. А скорее всего вон куция летает. Ну, в общем, еще немножко и, в принципе, голуби будут уходить. А если погнать выборочно штук 10, ну это, как бы, я думаю, они улетят все, тех, которых я гонял до этого. Они все полетят, поднимутся. Ну, пока вот хочу именно толпой, чтобы маленькие, маленьких тянули наверх, пескунят. Пусть хоть по 5, по 10 минут, чтобы они как бы и круг знали, и дом знали. Вот из-за этого пока вот такой кучей гоняю. Так, вот один рыжий мраморный уже оттуда сверху упал. Это, скорее всего, один из новых. Ничего, у меня другой рыжий мраморный, чуть-чуть хвост у него посветлее мой. Даже не знаю, где он. Опа, кувырк. Так, вот голуби как бы с опаской летают. Там он. Дикоперка там. Так, это на один черношея, потом еще перы летает. Еще какой-то. Там он у меня вот как-то я плохо посадил на булавку, белая голубка. Вот то, что я купил почтальону голубку. Я не купил, а мне ее подарили. Вот перка. Как-то она взлетела по сетке, забралась и перелетела. Первый день я ее выпустил сюда. Как бы она не дернула, а то перка без жены останется. Я только вот утром выпустил ее в голубятню. Ну, эти как бы, вот он, 3, 4, 5 штук. Вот здесь один чернохвостый или кто там, а чуть-чуть выше. Где-то были еще голуби. Вон он, черношейка вроде бы и на стол пытается выйти. Вот он. Так, это надо пока на паузу поставлю. Там он еще, вот так вот приближу, вон они там, а два штуки вот мотаются, вон наверху крутятся. Так, вот тут вот входящий звонок. Долго и упорно звонит. Так, ну пока на паузу. Так, ну эти вот вроде бы и опустились чуть-чуть, и в то же время пока как бы на одной высоте держатся. Вот. Каждый сам по себе практически мотается. Ну, там по два. Вот он мой. Дикорявый сыграл, но я не успел. Ну, остальные там, там вон вроде бы и два белых. И топерка еще, там еще черный. Сверху вот увидел, откуда-то синевы вывалился.
сверху какой-то белый. Вроде бы играет, или это мраморный. Там наверху. Так, ну, все равно не опускается. Вот он, черношейка, потянул и вроде бы и сыграл. Остальные вон они как бы летают, четверо в разброс, еще сверху там кто-то там черный, вон они там, в общем, каждый сам по себе мотается. Вот он. Не успеваем. Все. Дикаря бы приземлился. Осталось вот 5 штук там. Вон они там. В разброс. Белый. Вон там еще. В общем, чуть-чуть подожду, опустятся, я их не могу поймать. Ну, в общем, они не хотят как бы особо опускаться. Вон там они мотаются в разброс. Вон. Там моя дикорябая голубочка. Какие-то не видно. Может быть, голубка, перка, черный. Вот там 4-5 или 6 штук. Вот они остались наверху. Камера вроде бы нормально снимает. Вон там они. Вот это какой-то. Вот он, перка какой-то. Что-то там, кувырки. Вот там. В общем, они то соберутся кучу, то раздельно летают. Вот так. Вот тоже Ишаченко забивной. Так. Приблизил на всю, камера плохо сразу фокусирует. В общем, пока там мотаются, не хотят они опускаться. У меня уже шея затекла. Ладно, я пока выключу, подожду, может быть, опустятся. Так, ну, в общем, они и не думают опускаться. Вон они там мотаются, каждый сам по себе. То сойдутся пара, то разойдутся. В общем, никто не хочет опускаться. Я их постоянно теряю. Они то 4-5 летают, то 3 вон опять.
других потерял. Вон пара там, пара там, черный отдельно совсем от них летает. В общем, сильно поднялись, и они вроде бы опускались и опять начали подниматься. В общем, не хотят они пока вниз идти. Вон там мотаются. Вот так вот, если удалю. Да, они. Так, вон там кто-то, орел или кто-то на них нападает. Ну да. Орел. Вон он на них спикировал. Голуби все разлетелись в страхе. Куда-то вообще ни одного голубя, в общем, нету. Не вижу, где голуби. Сверху на них кинулся. Так, сейчас я, наверное, подожду секунду на паузу. Поищу их. В общем, ни одного голубя. Летали. В принципе, они очень высоко летали. Даже. А вот пару белых я нашел. Вон. Вон там пара белых. И все, больше никого не видно. Так, я вот думаю, может быть, взять и опять этих мерзавцев припугнуть. То у этих вон там любовь. Дети еще маленькие, у них уже любовь. Взять их подпугнуть, что ли. В общем, те вообще в синем небе. А нет, вот сейчас быстренько. Вон они появились. Вон там. Я не знаю, камера должна, в принципе, брать. Вон они. В общем, мотаются где-то там в космосе. Еле-еле мелькают. Да, и не хотят даже лететь. Так, ну сейчас посмотрим. Пока на паузу поставлю. Так, вон они. В общем, это на всю приближено. В общем, все мотаются там. В космосе где-то летают. Никто домой не хочет возвращаться, пока хотят полетать. Так, ну вот, чтобы скучно мне не было, взял еще раз, чуть-чуть припугнул, может быть, и те опустятся. Пусть еще пару минут полетают. А то засиделись о дрова. Там, правда, красный чиль куда-то полетел. Дятина тренируется. Голубчики. Голубчики, да. Ух. Вон один. Беленький. Беленький из воды. Так, там он черный какой-то. Он синее. Оторвался. Это птенца без воды. Улетать. Синец летает. Вон он там.
он красный чиль пришел где-то. О, уже хочет что-то на хвост упасть. Вот она вот, валерная птица, которая летать не умеет. Так, там белый поднялся один, с зеленым помазанным. Видимо, изначально он не пошел в лед, а сейчас оторвался и попер. Вот они уже дикарят, крыши вышибают. Вот он. Угу. Один чиль заскочил. Боятся. Вольерная птица еще боится. Не летать боятся. Привыкли жрать да срать. И все, а летать они как бы не умеют. Боятся всего, и воробьев, и птичек. Ух, падают, падают. Места не хватает. Ага, черный уродец. На крышу гад завалился. Так, пискуненок там мой. Так, вот этого тоже надо будет. Чубатого, видимо, надо будет убирать. И красношею голубку тоже. Этого я опять дикаря бы воспугнул. И вот он помчался опять мотаться. Ну, как бы. Ну, садись уже. Вот мой пискуненок уже. Вот так, из-под мраморных. Совсем молодой. Вот так. Меньше всех. Это самый последний, который научился вылетать на вольер. Ну, уже, наверное, дня 4, как научился. Вот так, дикаря бы там. Ну, в общем, а те, кто были там в космосе, ни одного нету. Одного вон вижу только наверху. И все. Там белый этот, который сейчас поймаю. Вот он. Этот вот с зелеными помазанными крыльями. Так, ого-го-го. Перка, перка, перка. Жена Перкина. Как-то перелетела. Вот. Плохо набулавил. Остальные здесь нормально. А эту, видимо, пожалел. Надо было еще пера 3 застегнуть. Вот она с крыши долетела до антенны. Все, уже трогать нельзя, а то уйдет. Так, вон он белый там тарахтеет. Вот так. Даже там слышно вот треск. На такой высоте. Это вот. Хороший голубь. Ну, а тех космонавтов, вон там, по-моему, рыжий мраморный еще в стороне вижу, опускается. И все. А этот дурак начал высоту набирать. Вот он начал играть. Вот он. Тянет. Эх, не сыграл больше. Вот он опять пошел на стол. Голубь молодец. Правда. Крылья разбивает. Вот он одно время перестал летать. Потому что до такой степени разбил крылья. Он что-то не фокусирует камера. Маховые. Маховое перо. Все было в крови. Такого жалко голуба. И он сидел, наверное, дня 3 грустил. Чересчур он. Вон он играет как-то наверху.
Так, вот там опять орел пролетел. Кто-то где-то играет, не вижу. С крыши, наверное, перелетают. Дикаряба. О, вот он мой придурок, вот он сейчас убьется. Мраморный. Опять понесло его. Не вижу, как вот камера не фокусирует. Вот он. Вроде и хвост связал, это уже все. Хана этому голову. И вниз, 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 вниз. Идет вниз. И на крышу опять завалился. Вот так вот. Один пропал. Еще вот этот придурок остался, которого кошка может сожрать. Так, ну вон. Я не знаю, покажу, нет. Вон оттуда вываливаются синевые уже. Вот он. Вот так. Эх. Хотел тех показать, этого прозевал, как играет. Дикарябы мой. Где он? Наверное, на крышу сел. А нет. В принципе, особо не садится туда. Опять на большой круг пошел. Ух, там дикарь этот испугался. Пошел. Так, ну все, больше я подпугивать, в принципе, ничего не буду. Потому что здесь эта перка, зараза, залетела. Так, ну остальных я даже не знаю. Вот там вот этот. Нет, это дико рыжий мраморный один мотается. Белый, видимо, оторвался, пошел к тем ребятам. О, кошки, я вошел. Кошек у нас море. Так и хотят сожрать. Вон он белый. Да, оторвался, вон он пошел к тем в космос. Ну и тех тоже, вон там еще выше черный один мотается, я не знаю. Я на него направляю. Да, черный и два белых уже увидел. В общем, там они. Вот он белый там играет вроде бы. Вот рыжий мраморный и белый уже как соединились. А остальные все в разнобой. В общем, надо ждать. Уже, в принципе, с этими паузами совсем, вот уже около часа они летают как бы. Я думаю, скоро должны сесть. Я так надеюсь. Это дикарябы все. Здесь крутится. Так, ладно. Вот он, дикаряб, уже вроде садится. Все. Этот нормально. Так, там остался вон какой-то рыжий мраморный. Опять потерял. И, в общем, видимо, голубка моя, куция. Так, ну это долго, долго. Ролик получается большой, все. Так, ну вот рыжий мраморный как-то прилетел снизу, уже опустился со стороны. Вот он. Кувырк, кувырк. И там еще где-то был
То ли перка голубка, вон она над антенной еще выше. Вон она мотается, остальные еще выше. Ну, вроде бы уже сейчас как бы и ролик закончится. Там вон опять орел что-то пытается погонять их. Голуби боятся, дикарят. Вот он рыжий. Рыжий прилетел. Вот он садится. Вот один из космонавтов сел. Там еще остается тоже еще какой-то, по-моему, рыжий, мраморный. Вон там. Куда-то, куда-то вниз они уходят. Так, вот еще голубка резко упала вниз. Перка моя. Так, вот он еще один. Еще один мраморный. Это, по-моему, не видно на солнце. Серый мраморный или рыжий. Вот оно опускается. Да, ну это... Да, это серый мраморный. Опускается. И, в общем, белые с зелеными крыльями. Вот он, вот тут какие-то, опа, кувыркнули. Белые опорвались, и тут зелеными помазанными крыльями ушел в космос. И их я не наблюдаю. Вон одного вижу, мелькает. Не знаю, если я на него сейчас направлю, если берет камера. В общем, улетели они в космос. Белый, видимо, догнал. Там куция должна быть. Вон на них направляю. Одного только вижу, на него направляю. Больше не вижу. Там был и черный. Черного не видно. Этот мраморный опять начал высоту набирать. Вон он пошел. Вроде бы опускался, опять высоту начал набирать. В общем, ролик сейчас закончится. Может быть, дождусь и как бы сниму потом ихнюю посадку, если получится. Ну все, на этом буду заканчивать видео. Всем удачи, гоняйте голубей. Всем пока.